Magya Timanandasya Kananjana Sarakaya Chaksurandavatamena Tasmai Shri Gurudevaya Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swabhadantikam Vancha Kalpatrubhyasya Kripa Sindhu Vayavasya Patita Navanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare So thank you for welcoming me to your farm. Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня на свою ферму. Actually, it's better if you come closer because I don't have a very loud voice. На самом деле было здорово, если вы подсядете ближе, потому что у меня не такой звонкий голос. Tell you first about my own experience that I had some time ago living on the land. И прежде всего я бы хотел начать с того, что хотел бы поделиться своим опытом своей жизни так вот близко к земле на ферме. I never ever imagined that I would actually do that. На самом деле, до того, как я это сделал, я не мог себе даже представить, что когда-нибудь займусь таким видом деятельности. Because I've always been in town centers and cities preaching. Поскольку в основном моя жизнь преданного, она концентрировалась вокруг больших городов и таких больших центров проповеднических. But it so happened that I was in the southwest of England, and I was in one town trying to preach. But it wasn't going very well. Ну вот так случилось, что однажды я проповедовал на юго-востоке, на юго-западе Англии, и в этом городе, в котором я проповедовал, проповедь как-то она не шла. And we got a letter from the owners of the house that we were renting. И мы получили оповещение от хозяев дома, который мы снимали. And they wanted us to leave within 3 months. И они хотели, чтобы в течение трех месяцев, они дали нам оповещение, что в течение 3 месяцев мы должны покинуть этот дом. So it meant that we had 3 months to try to find another place. Это означало, что у нас было всего 3 месяца, чтобы попытаться найти другое жилье. And I decided to look for a rural place somewhere in the country where I could actually train devotees up on a more farm-like setting. И я подумал, почему бы мне не попытаться найти какое-то жилье в пригороде, чтобы там можно было создать ферму и там обучать преданных. In other words, it was a more the environment was conducive for the people in that area, that they were used to farmland and natural resources. И эта территория там этого города, пригорода, исторически так сложилось, что эта местность, она люди были уже в этой местности привыкшими к такому вот образу жизни, более ближе к земле, ближе к естественному образу жизни, поэтому сложности особо не составило это сделать. So I was looking and looking and looking. И поэтому я искал. But I just couldn't find the place that I was wanting. Но просто никак не мог найти именно такое место, как хотел. Then there was about 3 days left before we had to vacate. Me and my wife and son, we had to vacate the house we were living.
И вот оставалось уже 3 дня до того, как мы должны были покинуть дом, покинуть тот дом, который снимали. Я, моя супруга и мой сын. So I came before my Gornitai, and I said to them, look, I've tried my best, now it's your turn. Ну, я вот подошел тогда в сердцах к своим божествам Горонитаю и сказал, слушайте, ребята, я сделал все, что мог, все, что было в моих силах, и теперь ваша очередь. And if you don't find a place within the next 3 days, well, you just don't get any more chapatis. Ну, если за следующие 3 дня вы мне не найдете место такое, как мне нужно, просто больше чапати вы не получите. When I said that, I actually, wow, what did I just say? И когда я сказал это, я перепугался, я подумал, Господи, что же я сказал только что? I'm chastising, out of frustration, I was chastising Gornitai. Просто из-за чувства такого досады я решил, так сказать, отчитать Гауранитаев. But interesting enough, I think they liked it. Но довольно интересно, любопытен тот факт, что мне кажется, им это понравилось. Because what happened that afternoon was that it was Friday afternoon, and I just thought I'd phone these same old places again to see if anything had come up. И на самом деле в этот вечер произошло нечто интересное. Я решил обзвонить те агентства, в которые я уже обращался по поводу аренды дома. And I found one place, and they answered, and I said, "Can I speak to the letting agents?" И я дозвонился в одно место и сказал, а могу ли я поговорить с главным агентом по сдаче недвижимости? So the lady said, well, everyone's gone home. Ну, а леди на том конце провода сказала, уже все разошлись по домам. There's no one left here. И здесь никого не осталось. Maybe I can help you. Может, я могу чем-то помочь? I said, well, who are you? А я спросила, а вы кто вообще? She said, I'm the cleaning lady. Она говорит, да, я тут уборщица. I said, well, how can you help me? Ну и как вы собираетесь мне помочь? She said, well, let me see, what is it you want? Ну давай посмотрим, а что вы хотите? I said, no, it's okay. Я сказала, да ладно, не стоит беспокоиться. But she was insisting, tell me what you want. Но она мне так настаивала, напористая была, говорит, говорите, что вам нужно. Okay. Я подумала, окей, хорошо. So then I told her, I'm looking for a rural place, which, you know, has a house and some land, yeah, and it's, you know, with, yeah, I just explained everything. Я рассказал, что мне нужно, что я ищу дом в пригороде, чтобы там была земля, ну, в деталях все описал. So she suddenly said, why don't you try this number? И она вдруг, неожиданно она вдруг сказала, попробуйте позвонить по этому номеру. So she said, I know this agency, they have a lot of property. И я, говорит, знаю это агентство хорошо, у них очень много разного рода недвижимости. So it was in an area that I didn't try before, but it was kind of like in a good area. So anyway, I phoned them and to my surprise, they had free properties, exactly what I wanted. Я позвонил в это агентство, и оказалось, что это агентство занимается недвижимостью в том районе, в который я, так сказать, не обращался еще. И я позвонил им, и они сообщили мне о том, что у них есть 3 вида домов, 3 вида участков, которые как раз по описанию подходили мне. And the lady, she said, look, I'm not supposed to do this. But I'll give you the addresses of all 3 of them. И леди на том конце провода сказала, что, ну, вы знаете, вообще-то я не должна этого делать, но я вам дам адреса, чтобы вы посмотрели их. Because they want to go with you, you know, to show you. Потому что на самом деле агенты, они хотят поехать с вами и показать вам все. And, you know, in some of them there were still people, well, actually, yeah. So anyway, she said, look, just be discreet and then let me know on Monday morning. Так или иначе, она сказала, просто там тайным образом просто приедьте, взгляните на эти места, никому не говорите, а в понедельник позвоните, скажете, что вы думаете по этому поводу.
So I went to see the first place. Вот я отправился посмотреть первый дом. It was good. И был неплохой такой. I went to see the second place. Я поехал в другое место. It was even better. Было еще лучше. And when I saw the third place. И вот когда я увидел третий дом. That was it. Вот это было именно то. This is the place. Вот то место, которое я искал. A nice piece of land so we can grow our own. It was 5 acres. Вот замечательное, 5 акров земли, замечательный дом и много земли. How many acres do you have? А сколько у вас здесь акров земли? 1200 гектар. 1200 hectares. Ding dong, ding dong, ding dong. Well, you know, that's a lot. Ну да, немало такого у вас тут. Anyway, so on Monday I phoned the agency. I said, look, this property I'd like to go and see. И вот в понедельник я позвонил в агентство и сказал, что я бы хотел посмотреть вот этот вот участок с этим домом. Yeah, I've seen the outside, I want to see the inside. Я видел уже снаружи, как все выглядит, но также хочу посмотреть, как, что представляет собой эта земля и дом внутри. So she took us there. И она нас отвезла туда. And basically on Tuesday morning we moved in. И практически во вторник утром мы въехали. Хариво. Хариво. Going to Taikijo. Yeah. So just the way we got it was very auspicious. И тот способ, который мы получили это место, он довольно-таки удивительный. Of course, I have not chastised Gornitai since that time. Ну, безусловно, я с тех пор Горнитаев не отчитывал. But I was thinking that the Lord likes this kind of reciprocation. Но я подумал тогда, что Господу такого рода общение довольно нравится, приходится по вкусу. Because it's to do with relationship. Потому что все же это относится к отношениям. You know, that in relationships there is communication between each other. И понимаете, в отношениях происходит общение, две стороны общаются друг с другом. So you communicate with Gornitai and they communicate with you. Вот таким образом вы общаетесь с Горнитаем, и они в свою очередь также общаются с вами, отвечают вам. If you really, really, I mean, even in a frustrated situation, if you're really crying out, look, now it's your turn, do something. If you don't do something, you don't get any more chapatis. I mean, that's a heavy thing to say to the Lord. But he loves it. He thinks, well, this is about time too. You wanted to be my friend, then you just passed the ultimate test. На самом деле, вот такой вот форме общения с Горнитаем, с одной стороны, подумать, чтобы кто-то набрался смелости, таким образом разговаривал с Верховным Господом, это вообще немыслимо. Но на самом деле Господу нравится это, поскольку это позволяет установить отношения, установить правильные отношения. И когда вот так человек подходит и говорит, Горнитай, слушайте, пора бы и вам уже что-то сделать, я уже все усилия приложил. И Господь, он просто вне себя отчасти, он говорит, ну да, как раз таки пора. Он рад этому, и он отвечает. So, you know, in any community or any project, Gornitai are the center. И в любом виде деятельности, в любой общине центром всего является Горнитай. And if you communicate with Gornitai, they will communicate with you. Если вы будете общаться с Горнитаем, то они также будут отвечать вам. But I'm not suggesting you all come up one day and say, hey, Gornitai. Но я не предлагаю вам всем какой-то в один прекрасный день подойти и начать отчитывать Горнитая. But this is an example of how they can reciprocate. Но это один из примеров того, как они могут отвечать нам. I've tried, but please you help. Я пробовал таким вот образом общаться, но, пожалуйста, вы тоже в свою очередь попробуйте общаться в своей манере. We're not alone. Basically, this means what it means is we're not alone. If you have Gornitai as the center of your community,
they will provide everything in due course of time. But you must reciprocate with them. На самом деле, если вот Гору Нетани является центром любой общины, то всего лишь это вопрос времени, когда отношения, настоящие отношения будут установлены, и община будет процветать. Но для этого необходимо время и необходимо ваше общение, необходимо, чтобы вы обращались к Гору Нетани за помощью. So, anyway, it was interesting also because I started making some devotees as soon as we moved in. Because in the city, for some reason, I wasn't making any devotees. But then, when we had this farm community, farm-based, farmland, people started to join me. На самом деле было довольно любопытно. Дела обстояли, поскольку как только мы переехали в загородный дом, тотчас же некоторые люди начали проявляться и превращаться в преданных. То есть я долго пробовал превращать людей в преданных в городе, но моя проповедь не была успешной. Но как только у нас появилось это фермерское угодье, люди каким-то волшебным образом они начали присоединяться к нам и начали заниматься преданным служением. And anyway, we never had any idea what farming was about. We were going to grow all our food, or at least we were trying to grow as much food as possible. И на самом деле удивительно, что когда мы переехали жить на эту ферму, то о фермерском деле мы вообще никакого понятия не имели. Тем не менее, мы пытались развивать это дело и выращивали различные овощи, фрукты, то есть пытались выращивать как можно больше, то есть прилагать все усилия к этому процессу. And the first year I bought something like 15 bags of potatoes, different kinds of potatoes, and we planted all these potatoes. Я помню, что в первый год на ферме я купил где-то 15 различных упаковок с картошкой, и мы посадили все эти разные виды картошки. Yeah, and we didn't really know how much one potato would produce. И мы даже понятия тогда не имели, сколько может, как сильно может плодоносить одна картофелина. And we were surprised. И мы были очень удивлены. And we had so many potatoes that summer. И в конце концов у нас было столько картошки. Like, you know. Wow. Просто мы в шоке были. One potato produces another 10 potatoes. Ну как, например, одна картошка, она еще 10 картошек дает. And I bought 15 sacks of potatoes. А я 15 мешков купил, представьте себе. So needless to say, we had too many potatoes. Ну не стоит даже говорить о том, что у нас был переизбыток картошки. So we were giving them to the neighbors around us. И мы раздавали эту картошку всем соседям по кругу. And they were quite surprised too that we were giving them every day potatoes. И они были тоже удивлены, потому что мы каждый день им картошку приносили. When are you going to run out of potatoes? Они удивлялись, говорили: "А когда уж там бездонная яма картошки, когда уже закончится?" So anyway, we started to grow other vegetables, and we even got a big polytunnel. The polytunnel was 6 meters wide. Yeah, 6 meters is probably from this wall to where you're sitting. И мы также начали заниматься производить другие культуры, то есть мы построили огромную теплицу, возможно, где-то в 6 метров шириной, ну как вот от одной. Может даже больше, чем от одной стены алтарной до другой. And 15 meters long. И 6 на 15 она была. Big thing. Огромная такая штука. And in there we grew all our summer, you know, tomatoes and salads and all kinds of things. И мы там в ней выращивали различного вида помидоры, различные виды салатов и прочие овощи. Yeah. Rocket. Также выращивали Rocket. Руколу. What else did we grow? Что же еще выращивали? Anyway, I can't remember now. But and then on the land, because the big problem was the weeds. In England, we have lots of weeds. I don't know if you have weeds here, but in England, it's very moist atmosphere. A lot of kind of damp, moist weather.
И также в какой-то момент мы столкнулись с такой проблемой, с проблемой сорняков, потому что в Англии там погода такая очень влажная, очень, очень мокрая, очень влажная, и существует огромная проблема с сорняками. So then we discovered that you could get some sheets of weed suppressors. И потом мы, и мы к своему удивлению обнаружили, что можно приобрести в магазине такие специальные листы, которые подавляют рост растительности, такие черные специальные. Which means weed suppressor is that it keeps down the weeds, but because it has vent holes, very fine holes. When it rains, the water can soak down into the soil. So you do two things: you water the soil, but you keep down the weeds. Ну и также удивительно было, что это особого вида ткань или такие вот специальные листы для выращивания растений. Они с одной стороны они не позволяли расти сорнякам, а с другой стороны они очень здорово увлажняли почву во время дождя. Они собирали особым образом влагу и распределяли равномерно, так что для всех растений. And we also, I also showed them in Bhaktivedanta Manor because they have a lot of farmland too, where they grow vegetables, and they're doing the same now too. И также я поделился своим опытом позже с преданными в Бхактивиданта Мэнере, и они тоже таким же образом начали выращивать, культивировать различные растения. I'm sure you can buy that here. И я уверен, что у вас здесь тоже в магазинах специализированных продается такая вот такая пленка особенная. You know what I mean? Знаете, о чем я говорю? Mm-hmm. Do you use it? А вы используете ее, нет? В следующем году начнем. Next year. В этом году. Нам пока 2 года. Well, this year, it's just 2-year-old farm. Yeah. You try it, because you'd be surprised how much time it saves you, because if you're weeding every day, that takes a long time. Да, на самом деле вам стоит попробовать, и вы на самом деле удивитесь, потому что тому количеству времени, которое такая пленка экономит. Потому что если каждый день тратить на прополку сорняков, это далеко так не уйдешь. Yeah. And what else did we do? Что же еще мы делали? Well, it was interesting to see that more and more when you started to center, more and more that you started to see the environment around you, the more you were surprised that there were so many resources which you could use. И на самом деле удивительно было, что чем больше мы обращали внимание на окружающую растительность, окружающий мир, то тем больше мы находили различных ресурсов природных, которые мы могли использовать в нашем фермерском хозяйстве. One of the things that surprised me was the stinging nettle. И одна вещь, которая меня очень сильно удивила, это крапива. Do you know the stinging nettle? Растет у вас здесь, да, крапива? Do you have that here? Yes, I have plenty. Well, if you take the leaves of the stinging nettle and soak them in water for 2 weeks, it produces liquid fertilizer. И вот если вы возьмете листья крапивы и замочите эти листья в воде, то и 2 недели так вот постоит эта смесь, то через 2 недели вы получите первоклассное удобрение. You know, in the shops they sell liquid fertilizer. И знаете, в магазинах продают жидкое удобрение. But it's very expensive. Но оно очень дорогое. You can make your own so easily. Two weeks, that's all. Но за 2 недели можно свое собственное сделать без проблем. And in the summer, well, spring, you can use the nettles for sock. For what? Sock. Sock is spinach preparation. А и в весеннее время можно использовать также шаг. I was amazed. Я был также удивлен, когда узнал об этом. The taste of
stinging nettles in the spring. Особенно, опять-таки, возвращаясь к теме крапивы, насколько вкусна крапива вот, в весеннее время. You just cook it with a little ghee. Просто можно с небольшим количеством ги приготовить. And there you have a nice sabji. И можно таким образом очень замечательный сабджи сделать. And well, we used to do our own preserves. Мы также свои домашние заготовки делали. There's wild berries that you can use for jams. Мы использовали дикие ягоды для варенья. We used to preserve jam, pickles. Ну, разные соленья, варенья мы делали. We used to preserve our honey. We had 9 honey beehives. Также у нас было 9 ульев, и мы мед запасали на зиму. And yeah. In fact, well, we used to grow a lot of pumpkins because pumpkins are easily stored throughout the winter. И также мы выращивали много тыквы, потому что тыква очень легко сохранялась на протяжении зимы. Of course, by the end of the winter, you don't want to see another pumpkin. Но безусловно, к концу зимы уже даже видеть тыкву не можешь. Pumpkin sabji every day. Просто каждый день тыквенные сабжи. But it's a good vegetable to keep stored throughout the winter. Но это хороший овощ для того, чтобы хранить на протяжении зимы. Он хорошо сохраняется. We used to make our own soap too. И также мы свое мыло делали. In fact, we started going very much into environmental things. И также со временем мы вовлеклись в заботу об окружающей среде. Нас заинтересовала эта тема. One day we went to the woods because there was a lot of woods around our place, and we went and looked for a tree that had already been blown down. И вот однажды мы отправились в лес, потому что наше угодье сельскохозяйственное окружало лес. И мы искали дерево, которое уже давно упало. And we took the tree from the forest to up to our farm. I don't know how we got it there, but we managed to get it up there. Ну, каким-то образом мы притащили это дерево на ферму. And we dug a hole and put it in the ground. И мы выкопали яму, поставили это дерево туда. Made sure it was secure. Хорошенечко его закрепили. And then we put a windmill on top. И сверху прикрутили к нему мельницу. And that gave us electricity for not everything, but a good part of what we were using. И таким образом мы смогли себя обеспечить электричеством. Безусловно, не все, это электричество не хватало на абсолютно все, но большую долю это покрывало. Well, another thing we did was that we would make our own bread. Также мы свой хлеб пекли. We would make our own kefir. Свой кефир делали. I think if I remember, we had a culture from Russia, a Russian culture. Если я не ошибаюсь, то у нас были молочная закваска была из России. We got it online. Мы купили через интернет культуру. So every day we would make our own kefir. И каждый день мы себе кефир делали. Yeah. And the bread. Well, we found out that this grounded grains that you buy in the store, most of it is actually, it's been around so long. What's the problem? А что там случилось у вас? В чем проблема? Хлеб. Bread. We're talking about bread now. What about it? А что в смысле хлеб? Ну, мы печем хлеб, он поднялся. Yeah. You just reminded that we're making the bread right now, so we need to go and check it now. Oh, I see. Yeah,
We found out that the grains that you buy in the shop has been packed. It's been packed and hanging around in storage for sometimes years and years. И мы обнаружили, когда начали свой хлеб печь, что то зерно, то молотое зерно, мука, которая продается в магазинах, то наверняка ее мололи уже несколько лет назад, и она в таком упакованном виде путешествует по полкам магазинов на протяжении многих и многих лет. So when you make the bread, I mean, it may look good, but 9 times out of 10 it doesn't have the impact that it should. И на самом деле, если из такой вот муки печь хлеб, то в девяти случаях из десяти это не дает того эффекта, не дает тот же вкус, который должно давать зерно. We didn't come to the point of growing our own grain, but we bought organic grains, and we grounded those grains and made our own bread from those grounded grains. Ну, конечно, мы не дошли до того момента, чтобы выращивать собственное зерно, но мы закупали органическое зерно и сами мололи муку и пекли из него хлеб. And how we grounded it was quite interesting. И также довольно любопытным образом мы мололи муку. We had one boy who was very good with his hands. У нас был такой очень смышленный один парень, который очень здорово умел управляться руками, то есть он был мастер на все руки. He got an exercise bike. И у него был такой велосипед для велотренажера. No, when you cycle, you're exercising. И знаете, такой велотренажер, там крутить педали нужно. So he put the grinder on the exercise bike. И вот он умудрился вот эту мельницу каким-то образом присоединить к этому велотренажеру. So while you are exercising, you are grinding your daily grains. И так получалось, что когда человек он занимался на этом велотренажере, как раз в это время мололось необходимое количество зерна на день. And that bread was just a knockout. И этот хлеб он просто с ног всех сносил. Suddenly you became full of vitality. Просто чувствовалось, как тебя переполняет жизненная сила. So potent. Мощная вещь. Much different than anything you could buy in a shop. Это вообще ни в какое сравнение не шло с тем, что можно купить в магазине. So like that, more and more we learned that the resources around us were there. It's just that we had to become familiar with it. И вот таким образом, по мере нашего углубления в эту тему фермерства, мы обнаруживали все новые и новые ресурсы, которые нас окружали, которыми бы мы могли воспользоваться. It takes a while to become familiar. И на самом деле занимает немало времени, чтобы все узнать и со всем ознакомиться. Because we're so used to seeing things differently. Поскольку мы настолько привыкли уже видеть все по-другому. But those 5 years that I spent on the farm changed me for the rest of my life. Те пять лет, которые я провел на ферме, изменили меня коренным образом на всю жизнь. Because whereas before I would be looking at buildings. Oh, that's a nice building. That could be a nice temple. Oh, that's a good one too. But I don't look at buildings anymore. Но вот прежде я смотрел, например, на здание и думал, ой, какое замечательное здание, вот из него получился великолепный храм. И вот это довольно неплохое. Но теперь я на здание таким образом не смотрю. But I look to see what's growing in the garden. Теперь меня интересует, что же растет в огороде. Amazing. Удивительно, не так ли? A switch of consciousness. Просто переключилось сознание вот так вот. From buildings to the earth. Просто переключилось с создания на землю. And to actually touch the earth is very, very, what's the word? What's the word they use in the world of? Pseudo spiritual people. Enlivening, inspiration. That's not the word. Therapeutic. That's the word.
И Махарадж говорит, просто прикоснуться к земле, это оказывает такое воздействие. И как там вот говорят люди, которые связаны с духовными практиками разными, говорит, а, ну, терапевтический эффект мощный оказывает на человека. The earth is so wonderful. И земля, она великолепна, удивительна. To touch the earth, plant a seed, cultivate it and watch it grow, and then harvest. There's nothing better in life. И просто прикоснуться к земле, посадить туда семя, наблюдать, как вырастает из земли то, что вы посадили, заботиться об этом, и в конце концов собрать урожай. Что может быть лучше в жизни? Нет ничего лучше. And preparing the earth too, because a lot of the earth nowadays has been contaminated and it doesn't have any nutrition in the earth. So you can create that nutrition and put it into the earth. И на самом деле также очень важно правильно уметь удобрять, подготовить почву для посева. Потому что в наши дни очень различные бывают, различная земля бывает, и некоторые из видов земли, они могут уже быть испорчены разными удобрениями, которые использовали до вас. И поэтому очень важно правильно подготовить почву, уметь это сделать грамотно. And you have cows, which means cow dung and straw. И у вас здесь есть коровы, и это означает, что у вас есть коровий навоз и солома. You mix that with leaves. Ну, если смешивать это с листьями, с листвой. And what else was it? И с чем же еще мы смешивали тогда? Well, any waste, any farm waste, anything that's, you know, organic waste. But when you cut a cauliflower, the leaves. You keep that for the compost. И все, и также правильно можно готовить компост, то есть смешивать коровий навоз, солому и любые органические отходы, которые остаются с фермы. Например, вот выросла у вас цветная капуста, и остались листья там и стебель, то есть это все можно сбросить в компостную кучу, и постепенно у вас будет замечательное удобрение. And worms are very good. И также очень хорошо использовать червяков. We googled worms. И мы в Гугле нашли как-то червяков. And we purchased thousands of worms. И купили себе пару тысяч червяков. In fact, they were like our first bactos. И на самом деле они-то и были нашими первыми бактами. We never got them to chant, but at least they heard the holy name. Ну, по крайней мере, мы хоть и не смогли их заставить воспевать святое имя, но они регулярно его слышали. But they were doing devotional service because they were preparing the manure for the ground to grow the vegetables which were going to be offered to Krishna. Но, по крайней мере, они занимались чистым преданным служением, потому что они готовили удобрения, которые впоследствии мы вносили в почву, в которой мы выращивали растения, овощи и предлагали их потом Господу. So you'd be surprised how many living entities even you can engage in Krishna service on the farm. И на самом деле вы будете удивлены, насколько много разных видов существ вы можете использовать, задействовать в служении, в преданном служении, когда вы заняты деятельностью на такой вот ферме. We used to cultivate tadpoles that turned into frogs. The frogs are good because they eat all the slugs and the snails that eat our vegetables. И мы использовали головастиков, которые постепенно превращались в лягушек, а лягушки, они уничтожали насекомых, которые пытались поедать наши овощи. So like that. И что же еще мы делали? I
I have a nice story somewhere. Где-то у меня здесь есть пару историй. Which really illustrates the kind of life that you're living here. Которая очень ярко демонстрирует тот вид жизни, который вы живете здесь. I'll see if I can find it. Сейчас попытаюсь найти. Because one father, he took his son one day to a farm. И как-то случилось, что один отец, он отвез своего ребенка на ферму, повез показать ему, как живут люди. And he said to his son, look, I'm going to take you to a farm. И он сказал своему сыну, я тебя собираю сейчас на ферму, я собираюсь показать тебе ферму. And just to show you how poor these people are on the farm. Я тебя везу туда, чтобы показать тебе, насколько бедными бывают люди. You know, how poor, primitive, you know. Насколько люди могут быть бедными и примитивными. So, you know, where would it be? While I'm looking, oh, maybe it's here. Ah, нашел вроде. Well, there's another story too. Yeah. Ah, ну есть еще одна интересная история. Okay, here it is. Ну вот, нашел. One day, a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country. И вот однажды отец очень богатого семейства повез своего сына, чтобы показать ему жизнь на ферме. With the purpose of showing his son how poor people lived in the country. И цель этой поездки заключалась в том, чтобы показать этому сыну, насколько в деревнях люди бедны. They spent a couple of days and nights on the farm. И вот несколько дней и ночей они провели на ферме. Of what would be considered a very poor family. И провели их с такой семьей, которая считалась довольно бедной. On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip?" И вот возвращаясь уже из этой поездки, отец задал вопрос сыну, спросил его, ну как тебе поездка, понравилась? It was great, Dad. И сын ответил, да, замечательная поездка, пап. And the father asked, "Did you see how poor people live?" А отец задал вопрос, слушай, а ты увидел, как бедно живут люди? Yeah, said the son. Да, сказал сын. So tell me, what did you learn from the trip? Ну, скажи мне, чему ты научился за эту поездку? And this is the son's reply. И вот ответ, как ответил сын. I saw that we have one dog and they had four dogs. Ну, я увидел, что у нас есть одна собака, а у людей есть четыре собаки. Of course, that wouldn't really apply to us. Ну, конечно, это к нам особо неприменимо в нашем случае. We have a pool that reaches to the middle of our garden, and they have a big creek. И вот у нас есть бассейн, который простирается до середины сада, а у них есть огромная заводь. I saw your river down there on the way in. Я вот сегодня видел реку перед тем, как приехал на ферму. You go swimming there in the summer? Вы плаваете там летом? Mm-hmm. Is it nice? Хорошо, нравится? Очень. Very much. Угра называется. А? Угра называется. It is called Ugra. 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 Ugra на Шинга. Wow. Is that the name? Так называется, да, действительно? Обратно, если поедете, там табличка. Yes, there is a note there also, the sign, what says Ugra. That's auspicious. Вот это священно у вас тут место. Anyway, the son is saying, we only have a pond in our garden. They have a whole creek.
And you have a river. Но вот в любом случае здесь вот в истории отец говорит, сын говорит, у нас есть там маленький бассейн, который до середины сада аж простирается, а на самом деле у этих людей у них огромная заводь, а тут у вас целая река. We have imported lanterns in our garden. У нас в нашем саду все фонари они импортируются откуда-то. And they have the stars at night. А у них целое звездное небо ночью над головой. Our patio reaches to the front yard. И наш порог он достигает прям Patio. Well, it says here, our patio reaches to the front yard, and they have the whole horizon. И наш порог нашего дома, он простирается всего на несколько метров, а их порог, ихнего дома, он упирается в горизонт. We have a small piece of land to live on, and they have fields and go beyond our sight. И у нас всего лишь небольшая территория, немного земли, где, на которой мы живем, а у них бесконечные поля, которые опять-таки упираются в горизонт. We have servants who serve us. У нас есть слуги, которые нас обслуживают. But they serve each other. Но они служат друг другу. You do that here? А вы тут занимаетесь этим, да? Yes. We buy our food, but they grow theirs. Мы вынуждены покупать себе пищу, а они выращивают свою. We have walls around our property to protect us. Нашу собственность защищают стены. They have fields to protect them. А их защищают поля. Anyway, he went on like this, and the boy's father was speechless. Ну, он так или иначе, он продолжал вот в том же духе, и отец этого сына, он просто дар речи утратил. And then the son added. И в конце концов сын добавил. Thanks, Dad, for showing me how poor we are. Он сказал, ну спасибо, пап, что показал, насколько мы бедны. So the moral of this story for us. И мораль этой истории для нас. Is that basically in material life there's endless desires and we have created an imbalance which turns our attention to exploitation. И мораль этой истории заключается в том, что в материальном мире существует бесконечное количество материальных желаний, и баланс таким образом нарушен, что люди, в конце концов, они начинают эксплуатировать друг друга. The fact is, the human life has a higher purpose. И самое важное, что стоит отметить, что жизнь человека, она противовес этому имеет высшую цель. And that by minimizing our material needs. И уменьшая наши материальные потребности, we simplify our life, мы упрощаем себе жизнь and free up time for spiritual practices. И освобождаем время для духовной практики. By such practices, и такой практикой we reduce our desires and become peaceful. И с помощью такой духовной практики мы уменьшаем свои желания и умиротворяемся. Hari Bol. Do you want to hear the other story? А хотите еще одну историю расскажу? Yes. The town mouse and the country mouse. История называется «Деревенская мышь и городская мышь». The country mouse watched sadly as his friend the town mouse packed his bags to leave. И деревенская мышь с грустью смотрела на свою подругу городскую мышь. В то время как последняя паковала свои вещи, чтобы уехать. The town mouse had just spent a few unhappy days at the country mouse's home under a hedge in the field. И вот после того, как городская мышь провела в гостях у своих подруг несколько несчастных дней на окраине поля. Она спаковала свои вещи и собралась уезжать обратно в город.
You poor thing, said the town mouse. Городская мышь сказала: "Ах ты, моя дорогая бедняжка, деревенская мышь". You live so badly in the country. Ты так ужасно живешь здесь в деревне. With only roots and corn to eat. У тебя здесь только коренья и кукуруза для пропитания. Come back with me to the town, and I will show you what good living is like. Отправляйся со мной в город и почувствуешь вкус настоящей жизни. So, the two tiny creatures made their long journey to the house where the town mouse lived. И вот два этих маленьких живых существа, они проделали огромный путь для того, чтобы добраться в дом, где жила городская мышь. In the big city. В большом городе. At first, the country mouse thought that life in the town was indeed wonderful. И в действительности первое время деревенская мышь подумала, что жизнь в городе – это настоящий рай. He had never seen such food as there was in the kitchen of that house where the town mouse lived. Она в жизни не видела таких изысканных блюд, которым имела доступ городская мышь. They had just started to nibble on some dates and figs stored there when the door opened. И вот когда они в очередной раз трапезничали вкуснейшим инжиром и финиками, дверь отворилась. Quick! Squirreled the town mouse in a panic. Быстро в панике закричала городская мышь. We must hide in my hole. Нам нужно немедленно спрятаться в моей норе. In an instant, the country mouse found himself squashed against his friend in a small dark hole. И в секунду, за секунду, за мгновение, деревенская мышь обнаружила себя втиснутой в маленькую черную дырочку вместе со своим другом, вместе со своей подругой, городской мышью. It was hot and very crowded. В этой маленькой норке было жарко и очень тесно. After quite some time, the town mouse said that it would be safe to leave the hole. So the two animals came out into the kitchen again. И вот спустя какое-то время городская мышь сказала, что уже в принципе можно выходить, опасности нет, и двое маленьких животных они опять пошли на кухню. Stretching their cramped legs and shaking the wrinkles from their tails. И по дороге они пытались каким-то образом размять засидевшиеся лапы и распрямить помятые хвостики. And still shaking with fright, the country mouse picked up another fig again. И вот, трясясь от страха, деревенская мышь, она приступила опять к трапезе и укусила кусочек инжира. Before he could even put it into his mouth, the door swung open again. И до того, как она успела проглотить первый кусочек, вновь дверь отворилась. Quick, hide, squealed the town mouse. И быстро прячемся, закричала городская мышь. Yet again, the mouse found himself pressed against the tiny walls of the town mouse's hole. И опять эти две несчастные мышки ютились в крошечной темной жаркой норе в стене. With hardly any room to twitch his whiskers. И там не было даже свободного места, чтобы хоть правильным образом каким-то согнуть усы. And with his heart beating wildly. И пока они там сидели, сердца их бешено колотились. That's it, he told his friend firmly. И когда это все закончилось, деревенская мышь сказала: "Ну все, с меня хватит". You may have very good food here. Ну пусть сама ешь здесь эту замечательную еду. But what's the point of having good food if I'm not always so frightened to eat it? Но какой смысл в том, чтобы такие замечательные блюда есть и при этом все время трястись от страха? I'm going back home. Я возвращаюсь домой. So the country mouse packed his little bag and scurried back along the city streets until he reached his beloved field again. И вот деревенская мышь собрала свою маленькую сумочку и отправилась в путешествие обратно домой.
И долгое время прошло, пока она пробиралась по опасным городским улицам, но все же наконец-то она добралась до своего любимого поля в деревне. This is the place for me. Вот это действительно место для меня, сказала она. This is the place for me. I like being able to twitch my whiskers. Я хочу, чтобы усы у меня были прямыми. And flick my tail. И хочу взмахивать хвостиком, когда мне захочется. Whenever I want to. The town mouse can keep his old town. И городская мышь может жить в своем старом сером городе. Anyway, just tell you those two stories. Но так или иначе, я хотел поделиться с вами этими двумя историями. That there's so much anxiety in the city. В городах очень много беспокойств. I was telling the devotees this morning how nice it is to be back in the country after being in Moscow. И сегодня утром я преданным говорил только о том, как здорово наконец-то выбраться за пределы огромного города. Вот, к примеру, вчера я был в Москве еще. It was the first time in Moscow. Это был мой первый раз в Москве. I will only go back if I have a preaching engagement. И я вернусь только при условии, если у меня будет необходимость, такое острое обязательство проповедовать там. And that's what Prabhupada said to us. И об этом именно Шрила Прабхупада и говорил нам. We have no interest in town living. Нас вообще не должна интересовать жизнь в городах. Save and accept to do some preaching. Excuse me. Except to do some preaching. Ну, кроме того, что быть заповедь, можно жить в городах, если мы задействованы в проповеди. Otherwise, we have no interest in living in these places. Другого смысла, никакого интереса в этом нет. So, I would like to encourage you in the service that you're doing here. Я бы хотел попытаться воодушевить вас, особенно в том служении, которое вы несете здесь. Don't think for one moment that you're wasting your time. Не думайте ни на секунду, что вы теряете жизнь зря, теряете время. In fact, one of the interesting things which I learned from being on the land myself is that if something happens to society tomorrow and all the city life collapsed, I would have no hesitation to go back on the land. И на самом деле, когда я жил на ферме, ну, когда я перестал жить на ферме, и я вот думал таким образом, что случись что в современном обществе или жизни в городе, у меня нет никаких волнений и противоречий в том, чтобы вернуться обратно к деревенской жизни, жизни на земле. То есть никаких сложностей для меня это не составит. Once you get that little taste, когда получаешь это, немного этого вкуса, you never lose it. Никогда больше не теряешь его. That's my experience, anyway. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт. And whenever I can, I like to go to farms and even just help out for a few days. И когда у меня получается, я с удовольствием отправляюсь на ферму, чтобы помочь там, послужить хотя бы на несколько дней. Unfortunately, on this trip, I didn't even know I was coming to a farm. И, к сожалению, в этом путешествии я не знал даже, что я приеду на ферму. And we already made the plan. И уже весь план путешествия составлен, к сожалению. But perhaps in the summer, sometime this summer or next summer, I will come and see what your land is like. Но, возможно, в следующий раз или этим летом или следующим у меня получится приехать на пару дней и испытать на прочность вашу землю. And my son, he was emailing me a couple of days ago, and he was telling me, because he's been looking after the forest in Villa Vrindavan, which is in Italy, our center in Italy, for the last couple of years, but now he's been given the service to also look after the cows. И буквально несколько дней назад мне написал мой сын, он сейчас проживает на Вилла Вриндаване, это поместье Искон в Италии. Несколько лет он, его служением было заботиться о близлежащих лесах. И вот совсем недавно его попросили также заботиться и о коровах. He's very happy about that. И он очень рад этому. So, maybe you have some questions you want to ask. Так, может, у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать? Mm-hmm.
Вы начали свою лекцию с истории о том, как вы обратились в город Нетаю. Но вот обычно я когда что-то делаю, у меня что-то не получается, и я думаю, о, Господь, а потом думаю, ну ладно, пусть будет так, как ты захочешь. И получается еще в несколько раз сложнее. И я это тащу, потом это как-то вроде из этого выпутываюсь. Фу. Вот может мне к Господу стоит обращаться с какой-то другой просьбой. Это же не будет. Well, it is in your class you mentioned that you spoken to Gaura Nitai in that manner you did, and whenever I have a difficult day or something goes wrong, I go up to Gaura Nitai, so I start talking to the Lord, just being humble and saying, well, if it is the way you want it, if you want me to have some difficulties, then let it be the way you want it. And usually after I say such things, the situation gets even worse, it gets more difficult. So my question is, should I actually approach God different in a different way, or what would be the proper way of doing it? Well, it's a question of perception. Because if you see all hardships as an inconvenience, then maybe you should. But if you see hardships as an opportunity to make further advancement, then you're actually getting the mercy of the Lord. На самом деле, все зависит, ситуация зависит от того, с какого глазрения мы смотрим на него. То есть, если мы воспринимаем сложности как все-таки сложности, как неудобства какие-то, то действительно, возможно, вам стоит к Господу обращаться по-другому. Но если вы видите любого рода испытание или сложность как возможность для своего духовного роста, возможность выйти совершенно на новый уровень, то, возможно, это не является, сложностью на самом деле, а лишь является возможностью. It's only your conditioning that says that hardships are bad. И лишь только ваша обусловленность говорит вам о том, что сложности — это что-то плохое. They're the best. Это лучшее, что может быть. You should actually say, come on. На самом деле, вы должны сказать, так, ну давайте, хочу еще. Gaura Nitai, you're so merciful, give me more. Gaura Nitai, вы такие милостивые, давайте еще. I'm learning so many arts with this hardship. Я столькому учусь из в этой ситуации, в этой сложной ситуации. There was a butterfly trying to get out of its cocoon, and one man was watching. He was watching the struggle of the butterfly. И как-то бабочка пыталась выбраться из кокона, в то время как один человек наблюдал за этим, за ее борьбой. So the бабочка was moving around. И там бабочка так вот пыталась как-то выбраться. Trying to get out. Шевелилась в попытках выбраться наружу. And suddenly it stopped. Suddenly it stopped. И вдруг она остановилась. The man was thinking, wow. Maybe the butterfly can't get out. И мужчина подумал, ой, может бабочка выбраться не может, застряла. I will help it. Я помогу ей. So he cut cocoon. И вот он разрезал кокон. Waited for the butterfly to fly off. И в надеждах увидеть, как бабочка выпорхнет оттуда. But the butterfly didn't fly. In fact, it just fell on the ground. Но бабочка, она не вылетела оттуда, она просто свалилась на землю. And it remained an invalid for the rest of its life. И осталась инвалидом до конца своих дней. So the man was thinking he was doing good service to the бабочка. И человек этот думал, что он замечательное служение этой бабочке выполняет, для этой бабочки. But he was not. Но на самом деле таковым это не было. He was doing a disservice. Он наоборот все только хуже сделал. Because nature's arrangement is that struggle, each time the babushka struggled,
it was sending certain liquids to the wings. И на самом деле природа организует все таким замечательным образом, когда бабочка сражается и прикладывает попытки для того, чтобы выбраться из кокона. Это позволяет в ее теле активироваться определенным жидкостям, которые впоследствии укрепляют крылья. Making the wings stronger. Усиливают крылья. So that by the time it got out, it would be able to fly. И что к тому, все устроено таким образом, что к тому моменту, когда бабочка выберется таки из кокона, она сможет легко взлететь. You want to go back to Krishna? Ну что, хотите отправиться обратно к Кришне? Да. It's a long way back. Ну это довольно длинный путь обратно. Huh? You got to get strong. Необходимо стать сильным, чтобы вернуться. You have to strengthen yourself, and spiritual strength comes through austerity. И необходимо усилить себя в духовной практике, обрести определенные силы, и лишь только с помощью духовной практики это происходит. Prabhupada said that we should voluntarily accept inconveniences. Шрила Прабхупада говорил, что мы добровольно должны принимать неудобства. You're in the right place. И вы находитесь в правильном для этого месте. Sometimes devotees say, "You've been a devotee for 44 years. What is your secret?" And I tell them. If I really think about it, my secret is I've always preached, and I've always preached in difficult places. На самом деле, преданные иногда меня спрашивают, почему вы так долго продержались в сознании Кришны, в чем ваш секрет? Вы продержались в сознании Кришны уже 44 года в этой практике. И на самом деле у меня нет другого ответа, кроме того, что я всегда проповедовал, и я всегда проповедовал в тех местах, где это было сложнее всего делать. Finland. Финляндия. I opened Finland in 1981. Я открыл ятру Финляндии в 91 году. If you can make a Finn a devotee, you can make a devotee anywhere. И я вам скажу так, если вы сможете финна превратить в преданного, то вы можете кого угодно превратить в преданного. And the town I was living, Helsinki. И вот город, в котором я жил, назывался Хельсинки. Ну, первая часть этого слова переводится на русский как ад. One devotee said to me once, "Why don't you preach in Bali?" И как-то преданный мне сказал: "Слушай, почему бы тебе на Бали не отправиться там проповедовать?" I said, "Why should I preach in Bali?" А я спросил: "А что мне делать на Бали? Где там проповедовать-то?" Well, it's good weather. Почему? Ну, там хорошая погода. Tropical fruits. Тропические фрукты. You can get really good massage. Можно классный массаж получить там. And you're a proper disciple. You can stay in the 5-star hotel that one devotee has. Ну, а ты еще являешься учеником Шрилы Прабхупады, и поэтому там одного преданного 5-звездочный отель можешь там задержаться сколько будет угодно. I said, "Well, it's okay, but I could fall down in Bali." Я сказал: "Ну да, это все, конечно, хорошо, но я же могу упасть на Бали." I said, "No, I would prefer to go to Murmansk." Нет, я сказал: "Лучше я поеду в Мурманск." Because in Murmansk there's nothing to fall down to. И потому что в Мурманске там вообще некуда падать. You know, this time of the year it's light for about 2 hours. И знаете, в это время года там, наверное, часовой день составляет часа 2 всего. It's freezing cold up there. Там просто холодина, жуткий холод. But the devotees are ecstatic. Но преданные они в экстазе. You know, they're making cakes for the whole town. И преданные там, они занимаются они выпекают кондитерские изделия, такие очень вкусные торты, которые поставляют для всего города, обеспечивают весь город. They know where to get the cake for the birthday party. И все жители города, они хорошо знают, где достать самый вкусный торт на праздник. They get it from the devotees. Можно этот торт достать у преданных. They're making the best cakes in town. И преданные, они там пекут самые вкусные торты в городе. This is in Murmansk. И это в Мурманске, да, представляете?
It doesn't matter where you are. И вообще не имеет значения, где ты находишься. We have the ingredients. We have the holy name. We have devotees around us. У нас есть все ингредиенты для успеха. У нас есть святое имя, у нас есть общество преданных. We have the regulative principles of freedom. У нас есть регулирующие принципы свободы. There's nothing we don't have. We got every single thing we need to be happy. И у нас нет того, чего нам не достает для того, чтобы быть счастливыми. У нас все есть для полного счастья. And what do we do? И что же мы делаем в таком случае? Hare Krishna, Hare Krishna. You know, wow, the holy name is coming from the spiritual world. Ну, понимаете, стоит прекратить завязать с таким отношением. Духовное имя, но с Галока Вриндаваны приходит, из духовного мира. Everything changes in spiritual life if we have the right attitude. Все меняется в духовной жизни, если у нас есть правильное настроение. Here's the right attitude. Правильное отношение. И вот пример правильного отношения. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Is there a difference? Заметили разницу? Это очень просто. If you want to take your spiritual life up to another level, just be positive. Просто если хотите поднять свою духовную жизнь на совершенно новый высокий уровень, просто будьте позитивными, сохраняйте позитив. There was one lady. She got up one morning and she looked in the mirror and she realized she only had 3 strands of hair. Вот как-то жила одна женщина, она встала рано утром, подошла к зеркалу и обнаружила, что у нее осталось всего 3 волосины на голове. She said, well, today I will wear my hair in pleats. Она так подумала и решила, сегодня заплету косичку. And she had a good day. И день у нее прошел замечательно. The next day she got up, she looked in the mirror, she only had 2 strands of hair left. И вот на следующий день она встала, подошла к зеркалу, заглянула туда и обнаружила, что волос осталось всего 2. She was thinking for a few moments. Подумала пару минут. She decided. И решила. Today I will wear my hair in a party. Сегодня разделю на пробор. She had a really good day. И день у нее прошел замечательно. Next day she got up. И на следующий день, когда она встала. Oh, I only have 1 strand of hair left. Она заметила, о, сегодня 1 волосинка. That's okay. Ничего страшного. I will wear my hair in a ponytail. Сегодня, значит, хвостик будет. And she had a good day. И день у нее прошел замечательно. And the next day she got up. И вот на следующий день она встала. She saw that she had no hair left at all. Обнаружила, что волос вообще не осталось. And she said, today I don't have to do anything to my hair. И подумала, о, как здорово, сегодня вообще ничего не нужно делать с волосами. This is positive attitude. Вот это позитивное настроение, позитивное отношение. And the ladies know this. They know how the hair has to be, right? И леди прекрасно знают об этом, как важно правильно прическу сделать. For us men, we don't care. It's just there. Ну, для мужчин вообще не важно. Там просто где-то волосы болтаются и нормально. They don't do nothing to it. Ну, ничего особенного. But this is a good example. A lady, right to the end, she remained positive. Но это очень важное качество для леди, чтобы оставаться на позитиве до самого конца.
It is only the mind that says things which we shouldn't even listen to. И это проблема лишь только в уме, которая говорит такие вещи, которые даже страшно слушать. You have the ability to make this place into like comfort. У вас есть все шансы, все возможности и способности для того, чтобы превратить это место в Вайкунтху. It is the most ideal situation for your children. Это наиболее идеальная ситуация для ваших детей. And they will never forget the experience they've had on the land. И они в жизни не забудут тот опыт, который они получат работая на земле. The only ingredient that's necessary is positivity. Единственный ингредиент, который необходим в этом случае, это только позитив. And there's three others. Ну еще есть три ингредиента. You want to know the other three? Хотите узнать каких? Yes. Number one. Номер один. Communication. Общение. Number two. Номер два. Communication. Общение. Number three. И номер три. Communication. Общение. You must communicate with each other. Вам необходимо общаться друг с другом. Not like, you know, we got our own little apartment and I got my space, he's got his space and he's got his space. Не нужно разделяться и, так сказать, в таком отделенном состоянии, настроении жить. Ну вот, у меня есть свой уголок, у человека другого есть свой уголок, а у третьего свой. Ну вот так вот и будем продолжать эту жизнь. There's one community in America called the Amish community. Есть одна община в США, которая называется Амиш. Амиши, может, вы слышали? Амиш. 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 Not Амиш, Амиш. 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 And the Amish community, okay, they're Christians and they probably eat meat, but they have a lot of other good regulative life principles. И амиши, безусловно, они являются они христиане, также наверняка они едят мясо, но тем не менее, наряду с этим у них есть много положительных, позитивных вещей, которым можно поучиться у них. They don't have cars or tractors. Они не используют машины или тракторы. They ride on horses. Они ездят на лошадях. Horse and cart. На лошадиных повозках ездят. And they have their own dress style. У них свой вид одежды особый. You know, they meet communally, like we do in Mangalarti and things like that. Они вместе собираются и проводят различные религиозную активность вместе совершают, вот как у нас Мангаларати, также они едят вместе. But the one thing that really surprised me when I was reading about them was the fact that whenever there's one woman in the community who is expecting a child, the rest of the community will not allow that mother to be to cook anything for 3 months. И то, что меня больше всего удивило о этих общинах, это то, что если одна из женщин этой общины, она ожидает ребенка, то остальные члены общества, они не позволяют ей готовить. Они сами помогают ей. Харибол. Means that every other member of the community, they've taken turns to help her out. То есть это означает, что все члены общества этой общины, они по очереди помогают ей готовить, помогают ей по хозяйству. And if someone wants to build a house, the whole community will come one weekend and build it for him. И вот, к примеру, если кто-то хочет построить дом, то собирается вся община и за одни выходные строит этот дом. This is communal spirit. И вот этот командный дух. It means that a lot can be achieved if we all stick together. И это значит, что мы можем многого достичь, если вместе будем сотрудничать, вместе работать. There is that example, it's another story, but in short, if you have one stick on its own, it's easily broken. Есть еще одна история на этот счет. Вот, к примеру, если у нас есть одна палка, то ее можно легко сломать, согнуть и сломать. And if you have a bunch of sticks bound together, you cannot break. Если у вас есть много палок вместе связанных, то невозможно их ни согнуть, ни сломать. Важно держаться вместе. So this is very, it's of paramount importance in your situation here. I don't know how you are.
I have no idea what your communication is like, but if you are communicating, keep going with it and even expand on it as much as possible. И на самом деле я не знаю, конечно, какая у вас здесь ситуация, потому что я впервые у вас, и я не знаком еще с жизнью вашей общины. Но это первое дело перед первоочередной важности правильным образом наладить общение и сотрудничество. Remember to be positive. И также помнить оставаться позитивными, что бы ни происходило. What was your question anyway? I don't remember. А какой был вопрос? Я не помню, уже забыл. Сложности. Да, про сложности. Difficulties. Is that okay? Вас удовлетворит такой ответ? Yes. А как все-таки налаживать отношения? Вы говорите, да, вот нужно общаться. Как это общение выстраивается? And how can we? How can we establish a relationship and what can we start with in the beginning of our relationship? Yeah, there are different things you can do. It's been suggested in the Nectar of Instructions. И на самом деле несколько вещей, которые можно сделать в таком случае, и наставления даются в нектаре наставлений говорится об этом. One is to give gifts to each other. Одна из таких идей – это дарить подарки, дарить дары друг другу. You know, the GBC in Mayapur did this a couple of years ago. They wanted to enhance their relationship. Of course, it's much better nowadays than it was in the early days. They used to fight with each other like anything. They come out of their meetings exhausted. Now it's improved a bit. But they're always looking for opportunities to improve more. И на самом деле ярким примером этому может послужить желание членов GBC создать, улучшить свои отношения. Безусловно, сейчас уже намного ситуация лучше обстоит, нежели в ранние дни ИСККОН, но в те ранние дни ИСККОН члены GBC, они просто спорили до изнеможения и из своих собраний просто выходили истощенными. Ну и поэтому сейчас уже, безусловно, прошли годы и ситуация улучшилась. So they did. What they did is they wrote their name down on a piece of paper and folded the paper and put it in a hat. And then when everyone's name was in the hat was passed around and you would pick one of those names, open it up and not let anyone see. So let's say I picked Bhakti Chaitanya Swami, okay? So then for that 1 week, that GBC would then give gifts to Bhakti Chaitanya Swami without him knowing it was you that was giving the gifts. И на самом деле решили, GBC решили улучшить свои взаимоотношения, и в один из годов, так сказать, когда они собирались на очередную встречу, было решено написать на кусочках бумаги имена, сложить эти имена в шляпу, и каждый член GBC он должен был вытянуть бумажку с именем. И вот, когда он развернул и прочитал имя, он не должен был говорить об этом вслух, но правило было такое, что на протяжении всей следующей недели, ну, скажем, вот, допустим, если я достал бумажку, на которой написано «Бхакти Чайтанья Свами», то это означало, что именно этому человеку я должен был бы на протяжении недели дарить подарки, но делать это так, делать анонимно, чтобы он не знал, чтобы он не догадался. He told me, Bhakti Chaitanya, I'm not a GBC member, but he told me he was ecstatic. Но, на самом деле, я не являюсь членом GBC, но вот Бхакти Чайтанья Свами, он является, и он рассказал о том, что этот опыт, он от этого опыта, он просто в полном экстазе пребывал. So that's one idea. Ну, это вот одна идея, например, как это можно сделать. I mean, Prabhupada also introduced Ishtagostis. That's a nice communal gathering together and discussing pros and cons about what's happening on a day-to-day basis. И также Шрила Прабхупада ввел такие собрания иштагоштхи, которые называются, когда вся община собирается и обсуждает все свои вопросы. Mm-hmm.
But, you know, you're Russian devotees, and I'm sure you've got quite a few things up your sleeve which you can do to inspire each other. Ну, я понимаю, что вы являетесь русскими преданными, вы находитесь в России. Я уверен, что у каждого из вас есть несколько идей, так сказать, в рукаве, которые вы можете достать и удивить всю свою общину, которую вы можете использовать в данном случае. One problem we have is that we have these kind of habits. And let's say in kirtans we pick one of the squares in the temple room, and we always go to the same square. This is my square. I won't go out of the square. I'm not going to dance. I will only raise my hands in the air when someone sings Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Then I'll go like that, and then it's all over. И на самом деле, будучи преданными, мы также попадаемся на ловушку, в ловушку наших привычек. То есть мы становимся, мы попадаем в ловушку привычек. Это означает, что, к примеру, мы можем выбрать себе определенный кубик на определенный кубик в этой алтарной комнате на полу и, так сказать, держаться всеми силами за этот кубик. Вот мы приходим на киртан, становимся именно в этот уголочек с этим кубиком и решаем, ну вот, это я, вот такой я преданный, и вот тут я буду стоять до победного. Я не сдвинусь с места, танцевать не буду и петь тоже, и руки подниму только, когда трижды прокричат Хари Бол. This is me. Вот это я, не трогайте меня. No, break free. Нет, просто прорвитесь, выйдите за рамки привычной такой ловушки, привычки. Show each other how dynamic and ecstatic Krishna consciousness is. Просто покажите друг другу, насколько динамично, экстатично сознание Кришны. You're watching each other anyway. В любом случае вы друг за другом наблюдаете. You can't help you that, because that's association. Но невозможно избежать этого, потому что в этом кроется в этом также проявляется процесс общения. But if you're morose, if you're associating with someone who's morose, you will be morose too. Но если вы общаетесь с теми, кто является грустным и скорбящим, так сказать, грубо говоря, таким отмороженным человеком, то вы не сможете избежать того, что и сами проникнетесь этой скорбью и печалью. And even if you're not happy, because you know, it takes a while, Krishna consciousness takes a while before we are faithful and before we can actually, you know, say to ourselves, yes, I do want to be a devotee for the rest of my life. It takes many years to say that. И безусловно, не один год пройдет для того, чтобы в полной мере развить наше сознание Кришны. И долгие годы уходят для того, чтобы преданный мог по-настоящему признаться себе и сказать, да, я хочу продолжать эту практику сознания Кришны, я нахожусь в правильном месте, я хочу продолжать, хочу быть в сознании Кришны. И вот Прабхупада сказал Шрути Кирти, что 12 лет занимает как минимум. After 12 years, whatever you say and do will have much more impact and meaning. Это занимает как минимум 12 лет, поскольку по прошествии 12 лет все, что вы делаете и говорите, оно будет наполнено смыслом. Before that, we're highly motivated. Но до этого у нас есть определенная высокая степень, у нас есть высокая степень корыстных целей, корыстных желаний. We want to demonstrate our independence. Мы хотим показывать, насколько мы независимы. We don't want to wear devotional clothes or tilak. Мы не хотим ни тилак носить, ни вайшнавскую одежду. You know, I'm an individual. Мы говорим так, я индивидуален. But if we really want to encourage each other, we should all read from the same book. Но на самом деле, если мы все хотим воодушевлять и вдохновлять друг друга, то мы все должны читать из одной книги. As much as possible. Ну, насколько, конечно, это является возможным в данной ситуации. I was in I do a lot of preaching in Ukraine. And Ukraine's a difficult place because I noticed that a lot of devotees, they have this free spirit mentality.
И на самом деле я много путешествую по Украине, много проповедую там. И в действительности Украина — это довольно нелегкая страна, потому что у преданных, преданные проникнуты такой вот идеей независимости, независимости, свободы духа. So I was in one place and I noticed every devotee had jeans on and something non-devotional clothes. There was no tilak. There was only one girl who had a sari, and that's all that inspired me. Я заметил, когда в одном городе проповедовал, что все преданные, кто пришли на программу, они все были, на них одеты были джинсы или какая-то кармическая одежда. И из всей, то есть ни тилака не было, ни тилака, ни вайшнавская одежда. И единственное, кто был одет в вайшнавскую одежду, это одна девушка. И она меня действительно вдохновляла тем, что на ней была одета вайшнавская одежда. Most of the boys didn't have a sikha, they looked more like Buddhists. И большинство парней у них они не носили шикху, у них были похожи вообще на буддистов. And I was really like. Я был вообще в таком состоянии. So I went and drilled into them. I said, look, if I came with a pair of jeans tonight, would you accept me? Я попытался достучаться до них, сказав: смотрите, если бы я сегодня пришел к вам и залез на Вьясасану в паре джинсов, вы что, слушали бы меня, приняли бы меня в таком виде? Так что, если бы я на Вьясасану взобрался и на мне было бы пара джинсов, вы приняли бы меня таким вот? No, you wouldn't. Нет, безусловно, нет. But I'm supposed to accept the congregation wearing whatever they like. Но я, от меня требуется, чтобы я принимал то, в каком виде приходят на программу преданные той или иной общины. It's two-way system. I need to be inspired. You may be inspired with what I say and my appearance, but I also need to be inspired too. И на самом деле это дорога двухсторонняя, то есть также таким же образом, как и вам, вы хотите, чтобы я вас вдохновлял, таким же образом у меня есть необходимость, чтобы меня преданные вдохновляли. Безусловно, я понимаю, что не каждый вдохновится тем, что я скажу, но, по крайней мере, мне необходимо это вдохновение с вашей стороны. So I asked the devotees, is it possible that tomorrow night you could, you know, wear devotional clothes and tilak? И поэтому я смиренно спросил у преданных: как вы считаете, может, вы смогли бы завтра прийти на программу в вайшнавской одежде с тилаком? And, you know, the next evening there was no change. И представляете, на следующий день вообще ничего не изменилось. Absolutely no change. Вообще ничего. So in my report, because I usually give a report to GBC, and in Ukraine is Naranjan Swami. I wrote to him about this. I said, look, you know, I've been to this place, I asked them to change, there was no change. What shall I do? И вот я в своем ежегодном отчете в GBC, я посылаю отчеты каждый раз своему GBC, особенно по Украине, Ниранджана Свами Махараджу. Я ему написал в отчете. Ну вот такая ситуация. Я попросил преданных изменить их внешний вид, и на следующий день просто ничего не изменилось. And he wrote back, he said, when you return to the same place, mention it again. И он ответил так: просто когда отправитесь туда в следующий раз, просто еще раз напомните им об этом. This is our service to Prabhupada. Это наше служение Прабхупаде, в этом оно заключается. If we don't mention it, it's a disservice. И если мы об этом не скажем, то это практически равносильно оскорблению, то есть мы не служим духовному учителю тогда. Because it's Prabhupada's dress code that he told us the dress code for devotees. Потому что Шрила Прабхупада, он говорил, что это дресс-код для преданных. And if they still continue, well, at least you've done what you need to do. It's their decision, it's their choice. If they don't want to do it, well, they don't get the benefit. На самом деле, просто вам необходимо продолжать это делать, продолжать напоминать им. В этом заключается ваше служение. И если люди, в принципе, они сами вольны выбирать, что они хотят, каким образом они хотят одеваться. Поэтому если они не последуют вашему совету, то, по крайней мере, вы постарались и вы выполнили свою часть уговора, свою миссию.
Do you go to Ukraine next time? I'm always there. Ну, я всегда в Україні нахожусь. I'm always thinking of the devotees there. Я всегда думаю о преданных в Украине. Ну, там в случае физически. Physically? I'm negotiating with the Chitapriya right now in regards to my next tours in Ukraine. В настоящий момент я веду переговоры с Чутаприя Прабу, региональным секретарем, относительно моего следующего визита в Украину. А можно, вот мы как раз вчера с Чутаприя Прабу разговаривали, и мы с ним договорились, что он сейчас уделит больше внимания общинам, и у нас в Украине есть такая. И можно запланировать Махарадж, чтобы приехал к нам туда, в горообщину Украины. And also, I just yesterday I had a talk, I had a conversation with the Chutapriya Prabhu, and actually I asked him, and the plan is actually for this year to pay more attention to the communities, community farmlands, and do you think it is possible? Maybe you can put it on your next travel list to come and visit us. Where is that? А где вы находитесь? Недалеко от Киева, там под Белой Церковью. Not far from Kiev, in Belaya Tserkov, it's a city. Ну, примерно, как вот мы здесь от Москвы, так там вот. Just like... Чуть-чуть ближе, до Киева чуть-чуть. How we are remote here from Moscow, the same way, even actually closer, we are far from Kiev. About the same little less distance than that. You know this place? No, but I can write down the details. I'm sure we will come. Я уверен, что все получится, и получится вас посетить также в следующий раз. Просто скажите Махараджу, что это Ямуна Прана Прабу, основатель вот этого. And this is Ямуна Прана Прабу, the founder of this place. And just devotees really appreciate when the traveling preachers come and encourage them. And especially in Ukraine we have this kind of revival movement, so they... So yesterday we had a conversation with the Chutapriya Prabhu on such cooperation. Просто если, я знаю, есть резолюция GBC, что 10% времени саньяси должны уделять внимание именно сельхозобщинам, проповеди, вдохновению, преданию. Just I know there is such a resolution in GBC that preaching traveling sannyasis should pay at least 10% of their attention to the local communities like farm communities, yeah. And like that. Well, my farm collapsed. Ну, так или иначе, моя ферма, весь этот проект, он погиб. Because what happened was that I would make a devotee. Там, и все произошло вот по той причине, что я обучал преданных. Train him up. Человек становился преданным, получал обучение, проходил обучение. He got initiated. Получал инициацию. And he was off. И все, испарялся, исчезал. And unless I made another devotee, the whole thing would collapse. И просто мне приходилось еще преданных привлекать, еще кого-то, чтобы, ну, в противном случае просто ферма не выжила бы. And it did collapse. Ну и в конце концов все-таки она не выжила. And it was only after that resolution came out. И только после того, как это произошло, вот как раз там чуть вышла эта резолюция. Because you really felt you were alone. И потому что мы действительно чувствовали, что мы сами по себе находимся, мы чувствовали себя брошенными. Without any support even from the GBC. Мы даже никакой поддержки со стороны GBC не чувствовали. But then they made that resolution. И вот как раз тогда так совпало, что они с резолюцией эту подписали. Yeah, I go to the one in Belarus too. They have a farm there. Да, я также приезжаю на ферму в Беларуси время от времени. Такую вот го-ферму. Wonderful farm. Великолепная ферма. There's one girl, she takes the cows out every day. She's about... How old are you? Скажите, а сколько вам?
24. She's about your age, maybe even a little bit younger, but she takes the cows out every day. И я знаю, там вот одна девочка, она занимается тем, что пасет коров каждый день, то есть она за ними ухаживает, присматривает, и вот она как раз от вашего возраста. She's a real cowherd girl. Она настоящая девочка-пастушка. Okay. Any other questions? Может, еще вопросы есть? Ну, я просто хотел бы сразу же поблагодарить, потому что, может быть, те усилия, которые он на ферме прилагал, сейчас вот его опыт, его вот эти аскезы, да, они дают обратную связь. И вот мы видим, что сейчас преданный, наоборот, он подтягивается к ферме. Just while you see that you experienced your farm collapse, but actually we can see that now, and first of all, we would like to thank you for coming and visiting our farm. We can tell that your experience, it does really help now, what you just said in, during your class, it does help us to continue on. And we can see the tendency now that devotees are more interested in living in the farms, so it's getting more and more popular. Well, I can tell you a short story about our Ukrainian experience, if you would like that. Mm-hmm. И там, ну, муж у меня Брама, он программист, он никогда в сельской жизни не связан был. И она тоже в городе родилась. Ей 21 год, она уже родила двоих детей. И это не приехали на ферму. We've got a nice Grihastha couple moving to our farm. Like there is this, the husband is this boy with Brahminical initiation. He's working as a programmer. And wife, she's 20 years old and with two children. Когда они приехали на ферму, она городская, и вот там, когда она приехала на ферму, она увидела курица. Она ни разу не видела курицу. So when she came to the farm, she was greatly surprised. Like she used to live in up in the city all her life, and when she saw the chicken, she was like very excited. So she was like screaming, "Oh, there is a chicken! Wow!" Я подумал тогда, что все это максимум 2 недели, их тут не будет. And when that happened, I thought, well, they got maximum of 2 weeks, they won't last any longer. Но сейчас уже прошло полгода, сейчас зима, я просто вот удивляюсь, эти люди, и она выпросила у нас корову, она не умела доить, она вот за 3 месяца научилась доить, ходила там, училась специально корову, она выпросила у нас корову там с 3-го раза. И сейчас у них есть корова, они даже забрали бычка одного, который у нас там, он такой индус на 2/3, он мерзнет, они его забрали, чтобы за ним ухаживать. И они в таком экстазе, я, честно говоря, был в шоке, я думал, что они 2 недели не выдержат. А они сейчас там показывают пример всем остальным, ее мать приехала, научилась доить корову, там, она предана. И это сейчас, ну, настолько, я хотел, чтобы Махарадж с таких преданных приезжал еще больше вдохновить. So just really amazing how this couple, we thought they won't last more than 2 weeks, but they ended up lasting longer. They now have stayed on this farm for 6 months, and now this city girl, she was asking for other Vaishnavis to teach her how to milk a cow. So now they're renting a cow, and also they take care of another bull there from the farm, and now they also invited her mom to come and stay there with them too. So this family couple really turned out to be a wonderful example for the rest of the devotees, and and everyone is so inspired from their experience. And we would really like to invite you to help us to inspire those kind of devotees more and more. И что будет, когда следующая семья приехала? Они тоже не потерялись, там где вот они посмотрели, как эти люди живут, да. И вот они месяц прожили, и тоже буквально на прошлой неделе мы им подарили корову, и вот я приехал через неделю еще посмотреть, как они там себя чувствуют, и я был поражен, насколько они в экстазе просто. And it just amazing how next week, or just some time ago, there was another couple of devotees, they moved into the farm, and they got really inspired from this couple, and now we have given them a cow for a present, so they're very ecstatic. Both the first couple and second one, all very happy. Okay, well, I'll come and visit. Хорошо, я с удовольствием. We'll take your details.
я приеду к вам и с удовольствием побываю у вас, только вам необходимо оставить контактную информацию. Ну, оттуда, если так можно скоординироваться, что именно все хорошо организовано, что хорошо. А вы работаете. Мне оставите все контакты, да? Я помогаю с этим вопросом. So, let's finish there. Давайте на этом тогда закончим. I hope I've been of some service to you. Надеюсь, я смог каким-то образом вам сегодня служить. Just remember, you have everything to gain and nothing to lose. Просто помните, что вы ничего не теряете, вы только приобретаете. But always remain positive. Всегда оставайтесь на позитиве. And you will see how Горнитай will do the rest. Вы увидите, как обо всем остальном позаботится Гаура Нитай. Хорошо? Хорошо? Шрила Прабхупада ки. Chanting 16 rounds every day ки. Воспевание 16 кругов каждый день ки. Тай Гаура Прима. Арибол! Шрила Прабхупада ки.